Здравствуйте, меня зовут Александр, а это значит с вами снова компания Типофол. Сегодня мы вам покажем, как по технологии Типофол легко и просто, а самое главное герметично, утеплить внешний угол вашего дома без мембран и монтажной пены. Мы подробно покажем, как правильно сваривать замковое соединение утеплителя Типофол. Для этого нам понадобится нож, перфоратор, молоток, крепежные грибки и строительный фен. Приступаем к монтажу. Утеплитель Типофол поставляется в рулонах стандартной или нужной вам длины, шириной 1,05 м, 1,20 м или 2 метра. В нашем случае мы используем ширину 1,05 м. Отмеряем утеплитель столько, чтобы он полностью перекрывал угол. Таким образом мы избежим стыков или щелей в самом углу. Для монтажа утеплителя мы рекомендуем использовать до 9 креплений на 1 квадратный метр. Так достигается оптимальное соотношение количества креплений и степени прилегания утеплителя к самой стене. Каждое полотно утеплителя должно вплотную прилегать к другому в местах замкового соединения. После того, как мы надежно закрепили все слои утеплителя к стене, приступаем к свариванию замков. Сварка производится обычным строительным феном. Разогреваем фен и направляем горячий воздух в замковое пространство, после чего обязательно прижимаем замки в местах сварки на 2-3 секунды. Под воздействием высокой температуры материал в замковом соединении плавится, и на молекулярном уровне две части замка становятся единым целым. Такое соединение практически невозможно разорвать, оно прослужит вечно. Таким образом мы прогреваем все имеющиеся швы и в конечном итоге получаем единое герметичное полотно по всей площади утепления, без мостиков холода. Важно отметить, что герметичное полотно получается без использования мембран, клея и монтажной пены, что существенно сокращает время работы и обеспечивает чистоту процесса монтажа. А также Типофол служит великолепной ветрозащитой. В конечном итоге, при использовании материала Типофол мы с вами получаем влаго-, тепло- и ветрозащиту всего дома. Благодарю вас за внимание, подписывайтесь на наш канал, впереди еще много практического видео, желаю много тепла вашему дому, всего доброго!